Я только что в настройках копался, ну, в своих телефонах, и нашел вот такую вот шняляпу. Сохранять user action. Значит, смотрите, собирайте показывать недавние действия user action и ошибки. Что это такое? То есть, иными словами, Google будет знать о вас все, если этот ползунок у вас включен. Так что в срочном порядке выключите это. Значит, смотрите, карты. Вот где вы находитесь, что вы делаете, в каком месте передвигаетесь, там, картами, если вы пользуетесь. Включена эта настройка, Google все знает. Сервисы Google Play, что вы скачиваете, какие приложения удаляете, какие сидите, и так дальше. Все знает. Сообщение. Вот вам прислали, там, привет, как ты, давай встретимся. Все, Google уже знает, где вы встретитесь, в каком мессенджере переписываетесь и так дальше. Цифровое благополучие, это вообще, то есть, все про телефон там знаете. Если оно у вас включено еще на телефоне, вы могли знать, что оно собирает данные со всех соцсетей, где вы сидите, сколько времени и так дальше. Где больше, где меньше. Chrome, это вообще пушка. Вы смотрите по году, что-то ищете, все будет знать Google. Google TV, что смотрите. То есть, по сути, одна настройка будет знать о всех ваших направлениях в телефоне. Как ее найти, как отключить, больше на моем канале подписывайся на этот канал. Значит, смотрите, где ее находим. Заходим просто в настройки телефона. На всем, на любом телефоне есть, на планшете. Возьмите, не верите, посмотрите сами. Находим пункт Google. И вот здесь вот у нас есть такой в самом низу Ferabus App Insighting. И вот эта настройка, смотрите, ползунок вот так шляп, выключили, и все, мы теперь больше не будем под колпаком. Это видео удаляет почему-то YouTube, TikTok, так что быстренько пересмотрите, чтобы быть в курсе этих дел. До скорого.